Друзья, однажды попробовав этот апельсиновый кекс, вы будете печь его каждый день. Он настолько вкусный и ароматный. Для начала взбиваем 4 яйца и 200 граммов сахара до светлой пышной массы. Затем вливаем растительное масло 150 мл. Добавляем щепотку соли, натираем цедру из 2 апельсинов. Из этих же апельсинов выдавливаем сок, нам его понадобится 150 мл. Добавляем к яйцам и все хорошо перемешиваем. Берем 350 грамм муки, смешиваем с 11 граммами разрыхлителя, просеиваем и соединяем мучную и яичную массу. Форму обязательно смазываем сливочным маслом, присыпаем мукой, выливаем тесто и выпекаем его 35 минут при температуре 180 градусов. Я решила также этот кекс полить апельсиновой глазурью. Для этого я смешала 80 граммов сахарной пудры с апельсиновым соком и полила сверху кекс. Присыпала апельсиновой цедрой, получилось невероятно вкусно. Обязательно приготовьте, посмотрите, какой он мягкий, какой он нежный, просто пальчики оближешь. Вы только послушайте этот звук. Слышали? Готовьте обязательно и приятного аппетита!